3D принтер появился в бизнес-инкубаторе РГРТУ около года назад. И за это время уже подтвердил актуальность применения технологий 3D-печати и 3D-моделирования. 3D-принтер – это устройство, позволяющее из различных материалов получать 3D-модели, то есть объемные модели, которые можно пощупать, которые изображают какие-либо объекты, созданные на компьютере или в каких-то 3D-программах. Объемные модели нужны многим организациям для изготовления прототипов. Прототипы – это модели каких-либо устройств, которые нужны для проверки функциональности изделий перед массовым производством. Также это макеты для строителей, в том числе, наверное, вы видели в каких-то торговых центрах красивые объемные дома под куполом стеклянным, с деревьями. Вот как раз изготовить такие дома можно на 3D-принтере. Несмотря на то, что мало кто понимает, в чем суть использования 3D-принтера, его все активнее внедряют в жизнь современного человека, в том числе в образовательный процесс. Студентам радиоуниверситета он, к примеру, помогает в подготовке к дипломным работам. Выпускники благодаря 3D-принтеру имеют возможность визуализировать свои научные разработки. При этом для разных моделей существуют разные 3D-принтеры. Вот это радиоуниверситет, модели радиоуниверситета в масштабе 1:1000. Ну, выполнена достаточно точно, была спроектирована 3D-дизайнером с фотографией с улицы, со спутников. В общем, ну, достаточно хорошо получилось. Вот эта модель мне очень нравится. Это музей деревянного зодчества, наверное, знаете, были там. Это одна из центральных фигур, любимая в музее деревянного зодчества. Бобер, по-моему, или суслик, отсканировано. Чтобы получить такой макет, необходимо сначала разработать его модель в программе. А работа 3D-дизайнера – довольно кропотливый труд. Можно получить макет другим способом, отсканировав оригинал. Обучиться всем премудростям можно в школе 3D-печати, которая открылась в сентябре минувшего года. Школа 3D-печати и 3D-моделирования при радиоуниверситете имеет большое значение для, прежде всего, для детей, которые там занимаются. И занятия в этой школе позволяют приобщиться ребяткам к техническому творчеству. Они у нас занимаются с 9 лет, то есть есть возможность с самого малого возраста и есть несколько возрастных категорий, вплоть до подросткового возраста, до старших классов. Занятия проходят на базе бизнес-инкубатора при радиотехническом университете. Ребята сначала моделируют различные детали, модели строят в программе на компьютере и затем уже с помощью 3D-принтера выводят на печать. У нас работают очень квалифицированные преподаватели и занятия проходят на достаточно высоком уровне. Интерес детей к 3D-моделированию и 3D-печати растет. Как возрастает и популярность продукта, получаемого в результате? Пока опыт применения этой технологии нов для Рязанского региона, но в бизнес-инкубаторе РГРТУ идет активная работа по расширению сфер, в которых 3D-печать может применяться.